Доброе утро какого-то следующего дня. У меня мамусик там готовит сейчас чебуреки. Вот. Ой, да, хачапури. А папа, ну я только встала, время вот 12 часов, я только поднялась. Вот, поздно ложусь. Ну ладно. И получается, что... ватрушку мы накачивали, папа заклеил ватрушку, она нас пустила, мы думали, все, порвали ее, вот, но оказалось, что там золотник, там что-то как-то откручен был, там закручен, короче, там своя история какая-то, вот, так что вот так вот, мне осталось здесь 2 денечка, на улице ветер, я смотрю, да, баба, тишина, не двигается это, ветер ушел. Ветер пробовал. Хотя ватрушка навряд ли мне уже будет понадобиться, потому что я смотрю. А? Кого? Наше утро начинается с вручения подарка. Спасибо. Пожалуйста. Вскрывать? Да, вскрывай, все, уже можно. Уже можно, только у тебя, пап, тут как этот, как перевалочная база, как склад у тебя тут. Так, надо ножницы. Ну да. Мась, иди сюда. Ты обычно всегда в распаковках участвуешь. Иди сюда. Иди, иди сюда. Мась, иди. Иди, иди. Пошли, пошли. Давай, иди. Он обычно всегда там, где распаковывают что-нибудь, он тут же. Все в сборе. Кроме Капитошки. Капитош, иди сюда. Тоже вырисовывается. Какой-то красивый мужчина на обложке. Да картинки они хорошо рисуют. Так. Ну, это я потом прочитаю. Красивая. Быстрая зарядка. Лилон какой-то. Батарея, зарядка, это USB, влагозащита. Подставка. Ну, давай скрывай, бать. Вот, скрыл. Вот. Непроводной. Проводной — это вот у меня бритва. А как же он от USB заряжается тогда? От USB? Да. Ну, в розетку. От USB. Что-то я и не разберусь, как здесь все открывается. А, то есть, тут подожди, тут еще... А, пап, тут еще, смотри. Здесь тут музыку и не чего. Шнур, а зарядка. Вот зарядка, вот она. Вот. Вот она. Значит, он от аккумулятора работает, да? От аккумулятора. Так, да. Он работает от аккумулятора. И здесь получается до хрена насадок, да? До хренище. Подожди. А, это подставка. Вот это подставка, куда все насадки. И куда его класть. Как, вот так, наверное? Так, сейчас. Тут получается, значит, в наборе подставка идет. Потом, это подставка для того, чтобы все вот эти вот штуки складывать. Да. Это, получается, расческа. В наборе идет шнур USB для зарядки. Одна расческа, получается, да? Насадок, получается, много. А тут что-то... Кисточка куда делась-то? Надели кисточку. Так, ну ладно. Вот, потом, значит, насадки тут разных видов. И вот здесь вот разные, видите, щеточки. Это вот как бритва у тебя сеточная, по-моему, да, сеточная, получается. Да. Это для мелких бакенбардов, это для носа и ушей. Вот это вот, по-моему, для стрижки... тело, по-моему, для стрижки тела или для стрижки волос. А чтобы нам не... Мы сейчас вот посмотрим, чтобы нам не выдумывать. Так, профессиональное лезвие, высокоскоростной двигатель, ну, какая-то батарея, время зарядки 90 минут, время работы 90 минут. И пошло. Здесь полное описание у нас получается. Идет всех входящих в комплект лезвий. Так, напряжение 220. Что еще тут полезного? Титаново-керамические бат-лезвия какие-то. Цифровой ЖК-дисплей. Отображение времени работы. Защита от поражения током. Влагозащита. Самозатачивающие лезвия. Триммер для волос. Пап, вот это триммер для волос. Самый основной. Вот этот триммер.
Вот этот. Вот этот триммер для волос. Угу. Не, вот этот триммер для волос. Вот этот триммер для бороды. Угу. А триммер для носа и ушей, вот это вот. Вот триммер для волос. Сам, да? Вот триммер для волос. Триммер такой стильный, симпатичный. Триммер. Сегодня папу будем как раз обрабатывать. Вот для волос. Это пока положим давай туда. Он легкий, кстати. Легкий такой. У бати тяжелее они. Триммер для бороды. Давай мне сразу эти насадки все в руки. Триммер для бороды мне давай. Триммер для бороды. Триммер для носа и ушей. Насадка. Нос и ушей, потому что мы батя отдельно подбирали, а тут, видите, получается все в одном. Триммер для тела. Не вижу я что-то пока его. Так, ну ладно. Подождите. Для стрижки волос на вот теле. Вот триммеры еще здесь. Это насадки. Насадки это. Так, ладно, прецизионный триммер, цельнометаллический триммер с узким лезвием для доработки мелких деталей стрижки. Ну, это, наверное, бакенбарды, вот там вот, короче, да. Стричь для бакенбардов, для всяких разных. И триммер для бритья, быстрое и безопасное бритье участков возле бороды, усов, бакенбардов, вот. Вот этот. Но это где брить? Это брить твою бороду, что ли, или нет? Бороду, да, под бритью. Бороду тоже подходит? Бакенбарды. Для доработки, господи, где он? Быстрое, безопасное бритье участков возле бороды. Возле бороды, да. Равнять. Подбривать. Да. Я думала, одну насадку не доложили, вот эту вот. Думаю, как это так может быть? В комплекте нарисована, а ее, ну, как бы нет. Вот она, девчонки. Вот так вот она выглядит, эта насадка. Просто вот здесь вот снимается вот эта вот штука. И вот она. Для стрижки волос на теле. Здесь вот, как обычно, стандартно есть куча всяких насадок для разной длины волос. Короткие, длинные, большие, самые большие. Вот на эту можно маму подстригать. Она у нас не ходит, не стрижется в парикмахерскую. То есть такой, знаете, полный комплект, потому что мы папе покупали триммер отдельно, а вот эту вот штуку для волос и бороды тоже отдельно. Вот мы сейчас как раз Никитке отдадим ту штуку, которая для волос, для бакенбардов, ну, такая она вот маленькая бритва, мы Никитке отдадим. А теперь у папе есть полный комплект, и вот для носа, там ушей. Я специально им брала для носа и для ушей. Вот, ну, зато будет подарок тоже Никитке на Новый год. И щеточку мы не могли найти, тоже думаю, может, выпала где-то. Щеточка тоже в комплекте идет, нет, она на месте оказалась. Это для смазки, наверное. Обнаружили, что здесь два режима работы. Капитон, побрить тебе чего-нибудь. А, значит, смотрите, что здесь есть. Отображение времени работы есть. И звуковое оповещение разрядки аккумулятора есть. Влагозащита, самозатачивающие лезвия, я вам сказала. Потому что там ЖК-дисплей, вот, то есть там, ну, отображается на экране все. А что отображается? Вот мы сейчас вставили туда на зарядку, и папа говорит, он, оказывается, уже заряжен. Там 90, он говорит, 9%. 99, ты сказала, процентов? 99, вот написано. Вот. Ну, значит, всего, 100 там не влезет уже. Ну, может он быть. Заряжен. Ну, и здесь вот инструкция на русском языке на каждую насадку. Удаление волос с бровей даже есть. Прецизионная насадка. С бровей, бать, еще можно. Маленькая, кстати, вот это вот. У нас у деда были кустистые брови. Вот для него как раз бы хорошо подошло. Бритвенная насадка. Вот я не пойму, бритва вот. Сетчатая вот эта бритва. Вообще для чего она? Барбершоп у вас дома. Стрижка бакенбардов, установка насадок. А, вот, смотри. Перед первым использованием триммер следует заряжать в течение 2 часов. Убедись, что устройство выключено.
С помощью USB сети загорится индикатор зарядки. Время работы прибора при полной зарядке до 90 минут. Избыточная зарядка этого прибора невозможна. Невозможно. Однако, если прибор не будет использоваться в течение длительного периода 2-3 месяца, отключите его от сети и подготовьте к хоронению. Полностью зарядите прибор в течение 90 минут перед следующим использованием. Для продления срока службы батареи полностью разряжайте их каждые 6 месяцев с последующей зарядкой в течение 14-16 часов. То есть полностью разряжаешь, бать, каждые 6 месяцев. Ну ладно, тут сам ты разберешься. И инструкция не особо интересна. Вот смотрите, оказывается, тут насадка, вот, которая для стрижки волос, она вот по вот этим желобкам регулируется вот длину волос. Нам пока непонятно, как этой насадкой пользоваться. Вот видите, три желобка, и это будет каждая разная длина волос. Мне вот пока не ясно, вот как-то, ну, волосы я себе вот даже где-то там, ну, я не хочу брить, хотя у меня вот волосы есть на руке. Знаете, особого желания я не испытываю от них избавиться. Как-то не знаю я чего. Хотя, мне кажется, можно и для волос тоже ее использовать. Я сейчас над папой ржу. Я говорю, тебе, говорю, два трактора нужно, две машины, два триммера. У него триммер один есть. Два чего еще, бать? Два триммера, два... Ну, не трактора, не два, но мы так шутим уже. 10 молотков ему надо. Все ему по два надо просто. У него как-то и у девушки куча платьев, да? А у бати техника. Все по две штуки, чтобы было. А еще папка меня спрашивает. Чего же он недавно спрашивал меня? Ты меня спрашивал, зачем тебе чемодан второй, если у тебя один есть? Вот, ссылку я на триммер оставлю в описании. Там не только триммеры есть. Вот, ну, на триммер. И у меня от этой фирмы не только этот, как его, триммер. Есть еще массажер. Что-то есть. А здесь обрезать надо? Обычно, когда батя что-то покупаешь, он потом еще целых пару часов ковыряется. Все разбирает, все изучает, инструкции. Смазал уже все лезвия. Вот. Уже час, наверное, сидит уже. Капитошкин. Это специально для Капитошкина постель. Это его... Я думаю, вот это вот мне не нужна, да? Не знаю. Смотри, как тебе удобно. Мне некуда ее... И потом пылиться все будет. Ну, как хочешь. Мог бы вот сюда вот на свой столик поставить. Ну, пылиться будет. Смотри. Как часто, смотря, как часто ты пользуешься. Надо в закрытое место. У Капитона здесь царское место есть, причем два царских места. Одно вот такое вот, это специально для него постельно. Одно около батареи, другое вот на папином столике. Ну, тут у него всякие лекарства, техника стоит, лечебная всякая, разные лечебные штучки у него здесь. Тонометр и так далее, пульты от телевизора. Вот, и подушечка это тоже для Капитошечки. Наверху, то есть наверху он любит лежать и внизу. То есть тут о каждом члене семьи заботится. Думаешь, бабушка, какая у тебя холёсия. Какая у тебя холёсия бабушка. А? Какая у тебя бабушка холёсия. Такая клясная она у тебя. Такая кляснутия она у тебя. Лютый мороз, девчонки, вчера был. Сегодня еще более-менее. Вот папа меня торопит. Он даже еще не выгнал машину. Короче, мы сейчас едем с батенькой по мелким делам. Куда я вам не скажу. У нас есть свои с батенькой секретики, о которых лучше никому не знать. О которых лучше никому не знать. Вот. И едем забрать заказ в Wildberries. У нас пришел. И... Ой, смотрите, кто-то как нарыто так. Интересно. Будто вот кто-то проезжал вот так вот, когда еще была снегокаша, и дальше не поехал. Что это вот вообще за такое? Что за какой-то след непонятный? И потом поедем еще, там рыбу я покупала, заедем в магазин, пенное возьмем еще. Вот.
Все, на улице морозно уже. Но слава богу, я предполагаю, что это последние были жестокие морозы. И потом нас дальше уже ждет потепление. Аллилуйя. Солнце высоко стоящее над головой, подтаивать будет. Сначала грязище наше ожидает. Ну, если, конечно, быстро не солнце не выйдет и быстро не будет оттаять. И все, девчонки, готовимся к лету опять. Так, смотрите, забрала. Если честно, была удивлена размером. Такая, и это все стоит 500 с чем-то рублей. Девчонки, вот я не знаю, если честно, где вот такие сладости продаются. Ну, вот в магнитах, в пятерочках я не видела, что продавались. На рынках как-то, ну, на рынок я не так часто хожу. Может быть, на каких-то оптовых базах. И что-то, вот знаете, мне кажется, что-то стоит это как-то дороговастенько. За 560 рублей. Хотя, не знаю, сейчас цены настолько большие везде, что, ну, как бы, что можно сейчас считать дорого и дешево. А, и да, и это арахис в бельгийском якобы шоколаде делает ИП Ахмаджонов в Калужской области. Бехрус называется. Вот. И без сахара. Ну, это мама брала себе, так как она диабетика, вот она для себя брала. В принципе, состав неплохой. Вот. Слушайте, ну это продает сам производитель, в том-то и дело, поэтому дешевле, хотя бывает такое часто, что сам производитель продает даже дороже, чем магазины, потому что магазины крупные, они ну, в состоянии делать, как сказать, в состоянии делать большую скидку за счет того, что у них объем продаж большие. Вот. Что, сейчас скрою вам и покажу. Очень не терпится мне покушать. Вот эти Тома расхвалила нам их. Говорит, очень вкусно. Я упаковку съела за 3 дня. Ну, кстати, действительно очень вкусно. И не приторно. Не приторно. Что самое главное для этих диабетиков. Шоколад. Знаете, не такой деревянный. Мне еще, знаете, не нравится, когда... Покупаешь, вкусненько как. Покупаешь что-то дешевое в шоколаде, всякие разные там орехи в шоколаде, всякие клубники в шоколаде. И они очень, ну как это сказать, такой толстый шоколад, и он дешевый прям. У этого ничего так. И тоненький слой. Давайте вот самый вот возьмем большой. Посмотрим. Такой слой. Но не сладкий. Это мамке понравится. Ну, такой вот он вообще будет без большого слоя. Без толстого. Опа. Так, сейчас я папу покажу до. Не, это взъерошенные. И ну, я сразу тебя просто всего полностью покажу. Да. И вот сейчас мы решили вот эту насадку попробовать. Она для чего-то там, честно, не знаю, для чего. Для чего она, пап? Ну, это подбривать где-то. Подбривать. Что-то она, конечно, не для вот этих. Не вот для бритвы. Не для бритвы, не для бритья. No. Но мы сейчас попробуем. Страшно. Мне страшно, блядь. Вот я вам сейчас покажу до и покажу после. Справится она вот с этой щетиной или нет. Так, вот показывает, что мы работали 2 минуты тут. А, ну я выключила его уже. Короче, так, вот смотрите, значит, мы пока просто тестируем. Что я еще поняла? Этот бритву очень хорошо брать с собой. Да. Потому что она легкая. Это не вот эта вот тяжелая неподъемная бритва, стационарная, проводная, которая у тебя есть. Она вот прям легчайшая. И так как много насадок, можно брать с собой в поездки, в путешествия, куда-то на отпуск, на отдых, потому что можно взять с собой пару насадок и закрыть все потребности. То есть и мужика постричь, и посмотрите, вот я папу, значит, вот эту вот сторону не брила этой насадкой, вот это брила, вот побрила, видите, все чистое. Вот здесь вот мы побрили, не все мы будем сбривать. Она больше, наверное, подойдет для молодых волосков, для более такой щетины, как это сказать, для более... ну, для более молодой щетины. Грубоватую она, конечно, захватывает тяжело, тяжеловато. Но вот я говорю, как дорожный вариант, вообще идеальная штука.
Просто нужно медленнее вот так вот ею работать. Говорю, как есть, как бы без, ну, как бы, как есть, то есть без преувеличения ее преимуществ, ну и не, как бы, то есть очень классный такой легкий дорожный вариант, многофункциональный для всех этих. Взял пару насадок и все, и кучу потребностей закрыл, и побрился. Для молодой щетины вообще будет идеально, для молодого парня. А у папы уже такая, она щетина, как у кабана. Мы сейчас поехали стричь. Включаем, показывает 95 минут. Чем мы на одну и ту же насадку, в смысле на все? На единую насадку все бреем. Ты можешь прибавить обороты. Да, кстати, тут прибавляются обороты. Я вижу, стрижет хорошо. Стрижет хорошо, да? Угу. Плавненько, не дергает? Нет. Но она сама, я вот чувствую, идет нормально такие. Я вижу вон поэтому. Почему? По волосам, что ты сбрасываешь. Что видишь ты по ним? Ну, много сбрасывает. А, то есть, что сразу за раз срезает нормально, да? Ну, и, знаете, без проводов вот эта вот тема. Куда захотел, туда мужика и посадил. Не надо быть привязанной к какому-то месту определенному. Этим, конечно... Хорошо. Ну ладно, я одной мне неудобно рукой, буду двумя работать. Два режима здесь. Не знаю, насколько это этично снимать. Но я сейчас одела насадку вот для носа и волос. И мы сейчас ее, ну не в носу, но по крайней мере в ушах. Для ушей. Вот видите, она корябает. Ну в смысле корябает. Захватывает. Это как раз характерный звук. Тут все нормально. Ну, одной рукой мне не совсем удобно. Сейчас я положу. Сейчас вот ухо. И пап, еще ухо давай мне. Другое? Да, ты не попасть. Да, да, другой давай. И вот. Это я вам показываю сейчас это. До, потом посмотрите. Смотрите, ухо идеально сделано, девчонки. И вообще, вот как бы, что хочу сказать. Говорю честно, как есть. Вот это вот у меня насадка это покорило. Потому что она просто как лезвием срезает волосы. Потому что есть чем сравнить. У папы есть проводная насадка. И все равно, я не знаю, может, со временем они затупливаются, лезвия? Да нет, как-то плоховато стригли. Плоховато, да? Да. А вот это вот я, ну, прям вот так вот провела... В за ухом. И мне тут же моментально бах, вот, ну, вот эту вот окантовочку, вот это вот я делала, вот этой вот насадкой. И вот так вот прям берешь, трынь, и все. Трынь, короче, как по маслу просто срезает. Ну, я не парикмахер, тут может быть что-то не идеально, тут как-то баки нужно подрезать. Просто хочу, чтобы вы посмотрели, что, ну, вот результат до и после. Вообще просто идеально, можно сказать. Режет как по маслу, то есть стрижет как по маслу.